6 человек погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП в Южно-Казахстанской области. Авария произошла на трассе Ленгер-Шымкент. Водитель автомашины «Мерседес», обгоняя КАМАЗ, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с ВАЗ-2110. Немецкую иномарку от удара выбросило на обочину дороги. Водитель, следующий за ним машины, также не справился с управлением и вылетел в кювет. Другие обстоятельства трагедии сейчас выясняются. Напомню, что недавно в этом же районе произошла автокатастрофа, в которой погибли 5 человек.